Есть в России такое понятие – черствые именины. Сам торжественный день, праздничные туалеты, заздравные тосты, пироги с пылу с жару уже позади. И в дом к имениннику приходят самые близкие для самого главного. Поговорить по душам, что было, что будет, чем сердце успокоится. Примерно такую ситуацию дом актера предложил Дмитрию Хворостовскому и Михаилу Аркадьеву. Год назад они торжественно отпраздновали десятилетие своего содружества в Большом зале Московской консерватории. Наше предложение было принято. Хотя времени оба их в обрез. Хворостовский с утра до ночи репетировал «Риголетто» в новой опере, в Москву приехал ненадолго. Он уже несколько лет живет в Лондоне или, как сам он говорит, в самолете. Аркадьеву тоже нужно было менять свой личный гастрольный план. Он много концертирует сольными программами. В общем, жизнь расписана буквально по минутам. И тем не менее, черствые именины состоялись. А насколько они были черствыми, судить вам. Добрый вечер, дамы и господа. Бывают такие минуты, когда даже мне нечего сказать, потому что чувств гораздо больше, чем слов. Но кончается трудный год. И оказывается, даже в самые трудные годы и в самое трудное время есть совершенно удивительные праздники. Я думаю, что мало кто, и я в том числе, надеялся, что у нас будет такой замечательный подарок, что мы примем удивительных, замечательных друзей-актеров. Мы примем звезду мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского и Михаила Аркадьева. Поэтому сегодня праздник замечательный. Молчание ночи тайной.
Я бы хотел, во-первых, сказать и поблагодарить дорогих друзей, вас, великих актеров, великих музыкантов, вас, друзья, что вы пришли сегодня на этот вечер, на этот концерт. Спасибо вам большое. Поклон вам. Что вообще 10 лет такое значит? 10 лет назад мы начали работать вместе. В принципе, это дата. Для нас это дата. Но для вас, может быть, нет. Скорее всего, что нет. Ну, что такое 10 лет? 10 лет... За 10 лет прошло очень многое, и в то же время ничего не произошло. Я считаю, что все самое лучшее и самое настоящее еще впереди. У нас был колоссальный по напряженности рабочий год. Господи, где мы только не были. Вот. Даже в Малайзии. В Малайзии, да. В Куала-Лумпуре были, и несколько раз были в Америке, и в Канаде, и в Европе. И что существенно, значит, для нас было, что мы продолжали показывать миру Петербург Свиридова. И в этом году мы показали впервые с неким страхом, трепетом, и с моей точки зрения достаточно успешно, Дмитрий Александрович сомневается в этом, этот цикл на Микеланджело Шостаковича. Это новая работа абсолютно, которая имеет потрясающий успех у публики в исполнении Дмитрия Александровича, потому что это одно из самых трудных сочинений для слушателей. Что касается моей работы, то... Больше уже 2 лет тому назад я начал заниматься дирижированием. В этом году, вот как раз наш концерт посвящен 10-летию, я выступил именно вот как дирижер. Не знаю, в какой степени успешно. Я этим занимаюсь. Это для меня новое, интересное, и я надеюсь этим заниматься дальше, и надеюсь, что это не будет мешать всему остальному, и в том числе работе с Дмитрием Александровичем. Ваше слово. Я хотел добавить, Михаил Александрович движется семимильными шагами. В этом направлении я считаю, что через совсем-совсем небольшое количество лет, может быть, совсем небольшое, Михаил Александрович станет большим дирижером. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Мы покажем 2 фрагмента из фильма канадского «Дон Жуан», где Дмитрий Александрович, ну он 2 слова об этом скажет, исполняет, поет, исполняет, да. Играет сразу 2 роли. Дмитрий Александрович поет 2 роли сразу. Лепорелло и Дон Жуана. Дон Жуана и Лепорелло. О работе судить не мне, лично мне не все нравится, и, к сожалению, уже поздно, ничем уже не поможешь. Вот. Но для меня это было ново, интересно. Во-первых, сыграть и спеть 2 роли. Во-вторых, сама возможность... работать в несколько другом амплуа в качестве не то что даже актера, а просто киноактера перед камерой, для меня очень было интересно. Если мы готовы показать финал фильма, пожалуйста.
Мне очень трудно говорить, а Георгий Васильевич, он для меня был как, ну, как вот дедушка мой. Я его очень-очень сильно любил и люблю. И то, что нам пришлось встретиться и петь его музыку, и быть знакомым с ним, я считаю, это одним из самых благословенных моментов своей жизни. Подарок на всю жизнь. Такого не происходит со мной, с очень многими. Я считаю, что я очень счастливый человек. А где бы мы ни пели эту музыку, его, мы исполняли три его цикла. «Отчалившую Русь», «Петербург», «Пушкинский цикл», который он написал еще 20 с небольшим лет. Где бы мы ни пели, с какой бы публикой, как бы она воспитана, не воспитана, на каком языке она бы ни говорила, везде одна и та же реакция. Это овации, все встают и плачут. О чем тут можно говорить? Я действительно хочу вам сыграть переложение для фортепиано знаменитого романса «Из метели». Но я хочу вам пару слов буквально сказать об этой музыке. Все вы ее прекрасно знаете. Это одна из самых популярных мелодий в России вообще. Да? То есть ее играют в переходах в метро. Но очень мало кто обращает внимание, что именно сделал Свиридов в этой пьесе. Это одно из самых поразительных и трагических произведений русской музыки. Я сейчас вам сыграю, попытаюсь, насколько это возможно, хотя это звучит прежде всего в оркестре, насколько мне это удастся на рояле, не знаю, показать, как он эту, по видимости, простую мелодию доводит до уровня апокалиптического звучания. Иначе сказать невозможно. Thank you.
Ну, в принципе, у нас много планов, и то, что касается еще целой огромной такой программы русских композиторов, ретроспектива романсов, начиная с 19, начала 19 века, кончая композиторами 20 века наших дней. Сейчас я вхожу в вердиевский репертуар, все больше и больше театров, меня приглашают петь уже такой центральный вердиевский репертуар, что меня, в принципе, очень радует, и очень где-то 15-20 лет я ждал, пока это произойдет, и вот сейчас это начало происходить. На афише я только вот когда сегодня зашел, я посмотрел, сердце, как сердце успокоится. Да, сердце. Так вот, я вам хочу сказать, что на Риголетто сердце не успокоится. Риголетто – это моя, ну, пожалуй, что самая заветная мечта, которую наконец-то вот сейчас вот она осуществляется с Сергеем Владимировичем Колобовым. В новой опере мы делаем, по-моему, очень, очень интересный спектакль. Предложить вам хотелось бы что-то, нечто другое. А вот сейчас послушайте. Послушайте «Кредо Яго» из «Отелло».
Иррезьон. Неаполитанская песня. Passato, e non c'è più.
Вы знаете, у нас так принято, вы первый раз, у нас принято, чтобы делегация от зала выходила и благодарила. Но мы сегодня поступим иначе, если разрешите. А я вот пройду около первого ряда, и если кто-то и ваши кумиры захотят вам сказать одно-два слова благодарности, вам будет, наверное, приятно. Пожалуйста, Павел Герасимович. Спасибо. Дорогой Димочка, я могу тебя так называть, ты великий певец с роскошным, ровным, красивым голосом. Ты прекраснейший, тонкий музыкант. Ты доставляешь всем и нам сегодня в этом прекрасном зале огромное наслаждение своим большим, красивым искусством. Я тебе желаю больших творческих радостей, вокального долголетия, красивых, интересных гастролей, счастья твоему семейству, твоим близнецам, и чтобы мы долго и долго слушали твой прекрасный голос под аккомпанемент изумительного пианиста. А теперь я тебя поцелую три раза по русскому обычаю. Счастье, родной. Спасибо, дорогой. Спасибо. 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 Зара Александровна, скажите? Зара Александровна Долуханова. Дмитрий Александрович, я ваша старая знакомая. Что вы были мальчиком еще, я вас слышала на конкурсе и была в жюри. Понимаете, и тогда вы произвели на меня чарующее впечатление. И все мы дали вам первую премию и были в восторге. Этот восторг не кончается до сих пор. Вы знаете, да, я вас поздравляю. Я просто хочу сказать, что вы не только оперный певец, но вы еще и камерный певец. Потому что вы так выразительно все поете, что это может только исполнить камерный певец особой одаренности. Вот. Конечно, не без помощи замечательного вашего пианиста. Я вас крепко поздравляю и целую. Ну так, но я не знаю, как. Это концерт, просто потрясающе. Я не знаю, я знаю, что вы очень хотели видеть на своем концерте не только кумиров, которые поют, но которые играют. И Михаил Александрович Ульянов, и Алла Петровна Парфаньяк сидят здесь. Если они найдут возможность сказать одно слово, то будет замечательно. Дмитрий Александрович, вы сказали, что боитесь иногда выступать перед русской публикой за границей. Так? Здесь не бойтесь. Не бойтесь, мы вас любим, мы вас обожаем, мы вами гордимся, ибо вы, родившись где-то в сибирских безграничных кругах, стали тем драгоценным камнем, который там ищут, и нашли вас, и вырастили вас, ваши учителя, замечательный бриллиант. Вы – достояние народа. Будьте счастливы, подсказываю. Это понятно. Будьте удачливы и несгибаемыми. Вам Бог дал так много, что это надо этим одарить, но еще многих-многих людей.
Кличу на ва-банк. Знаю.